Так, одеваемся, кимоно строится. Кимоно одеваешь? Нет, а я при чем? Я тебе что купить должен? Нет, а что ты за? Что ты встал? Ушел? Вы вдвоем сюда. Учиться ты. В голове ничего нет.
Ты же не учишься. Ты, может, еще экзамены не сдашь. Кому ты нужен такой? Кроме папы, мамы. А будешь ухаживать за тебя, брат, вот будешь как нянька. Будешь учить первого класса как раз, он учится, а ты будешь снова учиться. Может, выучишься, может, что-то поймешь. Что надо учиться, да? Так если есть тогда какая-то возможность работать более-менее, заработать деньги, а тебе же потом папе с мамой надо будет помогать, они же будут старенькие. А сейчас до пенсии дожить. Пацаны. Это не советское время вам. Так. Значит так, еще раз. Сегодня вы сдаете контрольные нормативы. Сейчас скажу, что вы сдаете. Первое. Это по-японски Укэми Асигурая и Накоя Наинти Стенгадря. Страховка. Растагалири Наинти 3 ой. Общая оценка, то есть вы делаете раз кубарок, два кубарок, три. Дальше. Рункари и Наинти. То есть выведение из вперед. Три броска. Выведение из равновесия вперед. Будете ходить, будете знать. И задняя подножка. Так, партери. Болевой прием. Или тангулария ламына. И последнее. Фети. Чич, зечи, чинс презече. Боец, зечи, чинс презече, доу зечи. Это флотель. Флотель. Пресс. И ашитель. То есть сразу раз, два, три. Вот с такими результатами, вот, в детский садик пускаем. Да, то есть считайте, до пенсионера иногда делают. Так, во, видите, у них уже сидут. Уже пенсионер. Так, внимание сюда, Алинерия. Алинерия. Дрек. Значит, у вас экзамен, сейчас вы самостоятельно разминаете, самостоятельно. За это тоже оценка. Болтаешь, значит, дальше, я буду смотреть дальше, потом покажу родителям, как вы тренируетесь, как вы что, и скажу, извините, дальше не могу больше работать. Еще раз, хотелось бы иметь много чемпионов, но это тяжело, но вы должны работать, вы должны научиться, девочки должны быть физически готовы, должны знать приемы. Кто чемпионом будет? А где Беатрича? Больная. Чем она болеет? Пожалуйста.
Все снимается, ребята. Чтобы вы просто знали. Потом вы мне скажете, что я делала, а я говорю, как? Посмотрите внимательно, мои дорогие. Найдите то место в видео, где вы делаете. Я его вырежу, у вас будет 30 секунд из 2 часов. Хорошо. Вот после этого в партере колени разогреть. Что? Сесть, ножки вперед, повороты вправо-влево. Лечь на животик, ручки в сторону, достаем ножками. Хоп, хоп. Поворотики стынга, дряпка. Шею разогреваем. Что ты наблюдаешь? Ну, что ты не поломай, но...